У нас приєднується людина, яку не треба довго представляти. Це Ектор Хіменес Браво, суддя шоу «Мастер-шеф» та ресторатор, який з перших днів війни годує наших героїв – військових, рятувальників, залізничників. Екторе, доброї ночі вам. Доброй ночи вам. Я знаю, что лучше по-русски нам сейчас говорить, вам проще будет. Все-таки я на вашем языке, к сожалению, никак, поэтому сойдемся где-то посерединке. Расскажите, пожалуйста, как работает ваша волонтерская кухня? Где это происходит? Сколько блюд вы готовите в день? Смотри, когда все это начало... 24 февраля это был как все как ужасный. Я думаю, как все нас не знали, что делать на этого момента. И два дня позже из нашего ресторана нас начал придумать хорошо у нас, как возможно помогать. Конечно, что я самый первый подумал, я хочу только пистолет и помогать на нашу армию. Но, конечно, мне нужно много тренинг с пистолетом, я это не знаю. Я лучше знаю мой ножем. То ли дело со сковородой. Да, моя сковородка, моя кастрюля. И поэтому у нас началась эта инициатива из нашего ресторана. И у нас хотели готовить, кто нужно. У нас хотели только помогать. И у нас начали поговорить с армия Басова, Киеве, тоже на Тероборон, и потом из больницы. У нас начали готовить сразу. У нас, слава Богу, наша команда невероятная. Они все энергии хотели помогать. Много людей из нашей команды. У нас делали все, что они будут жить рядом с рестораном, потому что у нас не знали, если будет машина, маршрутка, на этот момент нет маршрутка, нет метро, и поэтому будет удобно, если они едут рядом с нашим рестораном. У меня, как все украинцы знают, есть два ресторана, ресторан БАО и ресторан НАМ, на центре города Киеве. И у нас начал каждый день готовить. Когда у нас начал процесс, это был как 500 порций, конечно, у нас хотели супчик, салат, хорошие карбогидраты, протеин, мясо и овощи. И у нас не было на этот момент очень много контейнеров с собой. Mm-hmm. И поэтому только когда у нас начали, на самые первые 2-3 дня, у нас только каждый день 500-600 порций. Но потом... Наша работа была еще серьезная. Я сказал, давай, нужно фокусировать и делать as много, что как нас может. И потом каждый день еще по чуть-чуть был 700, 1000, 2000. Ничего себе. У нас готовят 2500 порций или 3000 порций. Ну, в общем, каждый... вы уже на тысячи перешли. А скажите, что именно вы готовите? Насколько я знаю, ваши рестораны — это рестораны азиатской кухни. Это да. Как-то влияет на те блюда, которые вы вот нашим героям делаете? И смотри, ну, по чуть-чуть. Это, давай поговорим на кухне, что у нас готовят сейчас для нашей армии и больница. Это чуть-чуть как фьюжн. Чуть-чуть по-азиатски и чуть-чуть по-украински. По-украински, потому что наши, конечно, наши герои, они любят нашу украинскую еду, поэтому есть всегда традиционный салат, много салат из капусты,
наши локальные овощи. И тоже они очень любят гречка или рис. Но у нас пастарай из мяса делают из азиатской специи. Много раз у нас делают супово фо. Это наш герой. Это вьетнамский суп. Много раз у нас тоже суп делают из других специй. У нас каждый день, у нас нету, я всегда хочу, что наша еда дал хорошее настроение. Но я уверена, что суп фо-бо от Эктора Хименеса Браво может поднять настроение буквально всем. Спасибо вам большое за то, что вы присоединились к нашему марафону. Эктор Хименес Браво, ресторатор та суддя шоу «Мастер-шеф», був учасником нашого марафону. Він, хоча зараз «Мастер-шеф» не знімається, але Ектор допомагає нашим героям, годуючи їх із своїх модних київських ресторанів гречкою та азійськими стравами, які, можливо, в інших обставинах не було б змоги скуштувати. Ну, а ми продовжимо в будь-яких обставинах наш інформаційний марафон.